есть этот киндер-сосед специально для маньяка. Ладно, все зря, как будто круп, посмотрите на это. Надеюсь, вы готовы, бада, на ваши глаза сейчас открываю. Чё творим, бро, меня зовут Царкионис, и бро, срау уже, просто срау уже, приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Ведь будет интересно, что в это время суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, прочим песню очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы известная бади на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. И Суприм Банда, то, что сегодня я купил с Даркнета, это просто жесть. Я заказал реальный киндер-сюрприз только с Даркнета. Как уверяли меня на сайте, я буду просто в шоке от того, что найду внутри этого яйца. Там может быть все, что угодно, какие-то маленькие игрушки монстров, или даже в худшем случае там могут быть органы животных, или же даже какие-то частички органов людей. Просто вдумайтесь, насколько это будет жутко. Тем не менее, я готов на все. Сегодня утром мне уже пришла эта коробка с этим киндер-сюрпризом, и я очень надеюсь, что будет реально что-то страшное. Но мне кажется, что вряд ли там будет что-то супер особенное, потому что это Даркнет, меня также само могли запросто там и кинуть. Возможно, здесь просто обычный киндер. Тем не менее, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков. И также, бро, давайте уже скорее добьем 1 100 000 подписчиков. Это осталось совсем чуть-чуть. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ведь в своих инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм Банда. Всего лишь, что тебе нужно, это подписаться, написать нам и все. И жди, уже совсем скоро мы тебе ответим. А мы тем временем, банда, открываем этот киндер. Погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы. Я просто не знаю, что ждать от этого яйца. Я видел разные видео и фотографии, что попадалось другим людям в этих яйцах. К примеру, какой-то девушке в этом яйце попался просто зародок цыпленка. Только вдумайтесь, насколько обезбашен Даркнет. Там был реальный зародок цыпленка, там было живое существо. Я все еще в шоке от увиденного. Также я видел разные фотографии, где просто в этой капсуле была куча опарышей. И когда ребенок открыл эту капсулу, все опарыши просто выпали и ползали по всему дому. Только вдумайтесь, насколько это все жестко. И это, между прочим, были еще обычные киндеры. А что будет киндер из Даркнета, я просто без понятия. Тем не менее, банда, я очень надеюсь, что все будет хорошо. Мы сегодня сможем спокойно открыть этот киндер, ничего с нами не случится. Я очень переживаю, банда, очень надеюсь на вашу поддержку. Окей, давайте уже откроем этот киндер. Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы, потому что мне уже не терпится открыть эту коробку. Кстати, обратите внимание, какая она стрёмная. Здесь немного даже уже как-то выцвела, как будто она где-то лежала очень долгое время. Тем не менее, бро, это Даркнет. Давайте откроем эту коробку и посмотрим, что внутри. Я очень надеюсь, что там реально будет тот самый киндер. Окей, Суприм Банда, время пришло, мне прям в это не верится, господи, мне даже немного подтрушивает. Окей, давайте открываем вместе. О, здесь какой-то наполнитель. Это, наверное, для того, чтобы когда мне привозили киндер, он там не поломался. Окей, давайте все это просто выбросим. Посмотрите, банда! Там уже что-то лежит, вы это видите? Господи, это похоже на киндер, Суприм Банда, просто жесть. Окей, я достаю это. Просто посмотрите на это! Это реально киндер из Даркнета, вы это видите? Почему он вообще черный? А сверху, гляньте, там как будто какая-то кровь. Засохшая кровь, банда, это просто жесть! Это реально киндер из Даркнета, просто посмотрите, какой он! Он вообще необычный, который мы привыкли видеть раньше. Он почему-то весь черный и в крови, не такой белый, как мы видели. Просто жесть, Суприм Банда, мне просто в это не верится. Окей, здесь еще что-то даже написано, посмотрите на это. Здесь какой-то не наш шифр или что это такое? Как будто слова какие-то зашифрованные. Окей, тем не менее, банда, это реально киндер из Даркнета. Мне очень много вопросов, почему он именно такой? Просто жесть, банда, здесь реально как будто кровь. Посмотрите на это! Засохшая кровь, что она здесь вообще делает? А еще глядь, оно немного даже липнет, что-то на пальцах осталось. Господи, это реально кровь, банда, оно воняет железом. А кровь так же сама воняет железом, просто жесть. Здесь чья-то реальная кровь, господи. Окей, банда, это 100% киндер из Даркнета, давайте уже его откроем. Мне очень интересно, что там находится внутри. Просто вдумайтесь, там будет реально какой-то орган животного. Или какой-то даже человеческий орган. Мне очень страшно, Суприм Банда. Я уже почти открыл, банда. О, господи, просто посмотрите, как он выглядит. Он весь какой-то помятый полностью. Просто жесть. Господи, я просто в шоке от всего этого, что происходит. Мне реально в это все не верится. Мы реально купили киндер с Даркнета. Он очень почему-то тяжело открывается, господи. Окей, банда, готова. Пришло время уже открывать эти шоколадки. Окей, банда, смотрим вместе с вами, что там сейчас будет. Господи, просто жесть! Почему так сложно? О, черт, банда! Здесь кровь, вы это видите? Это просто жесть! Что это такое? Это реальная кровь, просто посмотрите! Что она вообще здесь делает? О, господи, такая жесть! О, Настя, обрати внимание на это! Оно почему-то сделано, как будто какие-то вены. Это закос под реальное яйцо. Когда в яйце появляется какой-то зародок, там появляется кровь. Это типа реальный какой-то зародок. Это уже какая-то шиза Даркнета. Окей, банда, ну мы здесь собрались только ради этого.
этого, ради этого желтка. И, кстати, обратите внимание, здесь почему-то нарисован крест. Но зачем все это, черт? Неужели там будет что-то связано с религией? Окей, тем не менее, банда, здесь посмотрите, прям уже отчетливо видно кровь. Просто жесть, гляньте на это. То есть там была реальная кровь, банда. Окей, давайте уже откроем этот желток, посмотрим, что там внутри. Просто жесть, Суприм Банда, мне реально в это все не верится. Это реальный киндер с Даркнета, такая жесть. Окей, я уже почти открыл его. Окей, Суприм Банда, на ваших глазах мы сейчас увидим, что находится внутри этого желтка. И, если честно, очень сильно переживаю, черт. Окей, надеюсь, вы готовы, банда, на ваших глазах сейчас открываю. А, окей, и что здесь? Здесь какая-то игрушка и все? Что это значит? Неужели нас просто кинули, банда? Окей, пока что ничего не понятно. Неужели, банда, это просто обычный киндер, который нам как-то так странно запаковали? Окей, здесь посмотрите, какая-то игрушка. Игрушка какой-то птицы или что это? Здесь какой-то клюв есть? Господи, инструкция! Окей, там еще какая-то бумажка, еще, возможно, какое-то секретное послание. Здесь что-то как будто есть, о господи. Окей, давайте откроем, посмотрим, что тут. О, черт, что здесь вообще такое? Посмотрите, здесь реально что-то замотано. О, господи, давай. О, черт, что это такое, Настя? Господи, Суприм Банда, посмотрите на это. О, черт, просто жесть. Вы это видите, это лежало в этом киндере. Это такое жесть, Суприм Банда. Если вы не понимаете, что это, то это запрещенное вещество. Я это 100% замажу, банда, такая жесть, господи. Мне просто в это все не верится. Что это вообще здесь делает, черт возьми, просто жесть. О, здесь сейчас какой-то номер, банда, посмотрите. Что это такое, черт. Просто жесть, Суприм Банда, здесь запрещенные вещества лежали в киндере. Это просто жесть, погоди. А что если этот киндер создан специально для маньяков? Те маньяки, которые воруют детей. То есть они этот киндер берут и дают ребенку, после чего ребенок его открывает, видит там игрушку, а потом он видит эти, думаешь, это какие-то сладости, и просто начинает это есть, и все. После чего они просто воруют детей, банда. Это просто жесть, этот киндер никогда в жизни не нужно брать ни от кого. Да вообще никакой киндер, потому что может быть 100% такое. Это просто жесть, Суприм Банда, только вдумайтесь в это. А что если какой-то маньяк шестой возьмет и этот киндер подменит в магазине, и потом какой-то ребенок так же самое его купит и получит это? Это просто жесть, Суприм Банда, мне прям это не укладывается в голове. Мне просто в это все не верится. Окей, тем не менее, я думаю, что нужно позвонить по этому номеру. Здесь реально есть какой-то номер, Суприм Банда, просто посмотрите. Это такая жесть. Окей, где телефон? Давайте попробуем его набрать и узнать, кто это такой, что ему от нас нужно. Окей, банда, начинаю звонить, этот номер просто жесть. Также здесь еще внутри была какая-то бумажка, позже посмотрим. Черт, я очень переживаю, Суприм Банда. Возможно, это реально тот самый маньяк, который все это и сделал. Возможно, этот маньяк реально убивает людей. Алло? Алло? Он говорил, I kill you, я убью тебя. Это такая жесть, Суприм Банда, мне просто в это не верится. Это реально какой-то маньяк. Это реально киндер-маньяк, а Суприм Банда. Это просто жесть, вдруг он нас захочет убить и стать на органы. Я просто это все не верю, банда, мне очень страшно, господи. Окей, тем не менее, давайте все это уже быстрее закончим. Но прежде чем я продолжу открывать, мне нужно это куда-то выкинуть. Потому что если в Даркнете уже знают, что я получил посылку, то они могут сюда направить полицию. У меня будут просто огромные проблемы, если это увидит полиция, меня просто могут посадить. Окей, нужно это срочно куда-то выкинуть, нас идем. Просто жесть, Суприм Банда, мне все очень верится, что это было в яйце. В обычном киндер-сюрпризе, только вдумайтесь в это. Окей, нужно это просто смыть. Это такая жесть, Суприм Банда, надеюсь, этого тоже никто больше не увидит. Просто жесть. Все, банда, я смыл, господи, это просто жесть. Я надеюсь, банда, ко мне уже тоже никто не приедет, у меня не будет никаких проблем. Это просто жесть, банда, я очень сильно волнуюсь. Не меняй, думаю, что уже можно продолжить открывать киндер. Здесь также была какая-то бумажка, давайте посмотрим, что это. О, господи, посмотри, она полностью как будто старая. Вырвана как будто из какой-то книги, ты видишь это? Да. Просто жесть, Суприм Банда, здесь что-то написано. Что это такое, черт? Господи, похоже на какое-то заклинание, банда, посмотрите. Как будто реально вырвано с какой-то древней книги. Окей, не думаю, стоит ее вообще читать. Тем не менее, давайте, наверное, попробуем, господи. Астамуерта поклен инвуета. Что это вообще значит? Неужели мы сейчас кого-то призовем, банда? О, господи, Сережа, тебе кровь. О, черт, господи, что это такое? О, черт, выключи камеру скорее, ой. Черт! Ай, черт, что происходит? О, господи, Настя, ты видишь это? Господи, мы реально кого-то призвали этим заклинанием! Скорее валим отсюда!
Господи, банда, я просто не понимаю, что происходит. Мы просто купили киндер с Даркнета. Там были запрещенные вещества, звонок маньяку. А потом я прочитал какое-то заклинание и призвал духа. Это просто жесть, супербанда. Мы пока что уехали из дома, не знаю, когда мы туда вернемся. Но пока что нужно просто поснимать видео с дрона. Потому что дома сейчас очень опасно, там реально живет какой-то призрак. Вы сами видели, стульчик двигался. Окей, супербанда, вот комната с прошлого видео. Просто скинь шикарные и чаши комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь посмотреть видео, всего лишь тебе нужно запуститься ниже. Нажал лайк, колокольчик и все протяжено видео. Лайк, колокольчик на видео, бандит. Так что скорее свои комментарии тоже будет в следующем видео. А также, бро, не забывай подписаться на мой инстаграм, на инстаграм Насти. И в своих инстаграмах мы общаемся с вами, банда. Подпишись на меня, на Насти, напиши нам директ и все. И жди уже, скоро мы именно тебе ответим. И также, бро, помни одно, оставайся такими шикарными. Пока!